Дорогие зрители, всех приветствую на канале Герчикико. С вами Виктория Сипчук. Тема сегодняшнего видео – почему трейдеры уходят с рынка. Больше, наверное, будет здесь в основном психология. Я составила план, в принципе, да, вообще, с чего все начинается, чем все заканчивается, да, в итоге, что происходит с трейдером вообще в моменте, в процессе, и в итоге вообще, почему он уходит с трейдинга. Начнем с того, самая главная причина это то, что человек, он, да, возьмем, трейдер, человек, он не может воспринять рынок как работу. Это самая такая, наверное, основная причина, он просто не может принять это, что это работа, что здесь нужно, здесь есть какая-то система, есть стабильность, да, есть та же зарплата, которую вам выплачивает рынок, то есть это не игра, то есть это не игра, это не то место, где нужно повышать объемы, да, там делать какие-то ставки на этом и зарабатывать, то есть удваивать, утраивать, да, то есть нарушать риски, это все относится к азарту. И на самом деле это такая основная причина, почему трейдеры, они бьются, не могут понять, да, почему же все-таки они не могут заработать с рынка, потому что вот это вот отношение к трейдингу, несерьезное отношение к трейдингу приводит в итоге к тому, не все, конечно, да, ну, есть такие люди, которые в итоге они не выдерживают, это, конечно же, все, это очень все зависит от психики человека, от его темперамента, ну, и, в принципе, его общее положение в жизни, да, как он в плане бизнеса, работы, да, если у него есть какой-то другой доход, то здесь, конечно же, легче уходить с трейдинга, да, бросить это все, потому что люди, у которых есть какой-то заработок, да, другой, они, в принципе, не все, конечно, но, в принципе, это те люди, которые могут легче уйти с рынка, нежели те, которые вот вцепились только вот за рынок и хотят только с него зарабатывать. Этим людям, в принципе, сложнее уходить, и если они уходят, они вообще на практике, я сейчас говорю про себя, потому что у меня тоже были моменты, когда у меня были систематические сливы, я делала перерыв там буквально на полгода, опять в итоге потом возвращалась. Потому что мне нравилось это, я понимала, что, во-первых, да, трейдинг, почему я, можно сказать, влюбилась в это дело, потому что это свобода, в первую очередь, даже дело не в деньгах особо, да, в каких-то крупных деньгах, там сидишь и мечтаешь, что миллионы, там триллионы, миллиарды, дело не совсем не в суммах, а дело в том, что ты свободен от каких-то людей, да, которые стоят над тобой, которые дают тебе указания, то есть где-то тебя пресекают, где-то ограничивают тебя в свободном времени и так далее. То есть это в первую очередь для меня была свобода. И я на самом деле очень сильно хотела, действительно хотела трейдинг сделать своей основной профессией. Так, ну давайте с первого пункта начнем. Неусидчивость, чрезмерная эмоциональная, завышенные амбиции. Определенно есть категория людей, которые в принципе по жизни, они такие очень... Я не говорю, что это какие-то плохие черты характера, но данные черты характера, они очень мешают в трейдинге, то есть мешают человеку действительно вот добиться чего-то в этом деле. Неусидчивость, да, есть люди, которые чрезмерно активны, то есть они сами по себе очень такие, не могут там в мониторе долго сидеть, там с компьютером что-то тут, вообще с компьютерами, да, связано, что-то там какая-то усидчивая работа в офисе, например. Вот такие люди, они им тяжелее, конечно. Конечно же, они могут попробовать, да, но вот это все, то, что нужно, вот это все, да, вся эта атмосфера трейдинга, что нужно сидеть, действительно нужно сидеть, а первое время, когда трейдер только учится, новички, они обязаны сидеть много и долго у монитора, проводить по несколько часов в день, а то и каждый день, и весь день, то есть уходит очень-очень много времени, то есть трейдер, он должен, соответственно, просматривать очень много инструментов в день, да, когда он учится, он должен много делать теоретические знания получать, применять их на практике, составлять систему, менять ее, там, составлять алгоритмы и так далее. В общем, это такая кропотливая работа, и, соответственно, она, может быть, не всем подходит. Человек, который там привык что-то такое такую работу делать более подвижную, да, более активную, возможно, более такую экстравертную, да, то есть общение с людьми,
то есть таким людям, скорее всего, да, я не говорю сейчас про всех, такая работа надоест, то есть это будет нудно, это будет скучно, и трейдер просто не сможет. Он подумает, а вот поиграюсь, поиграюсь, а вдруг заработаю, в итоге он не получает из-за работы, да, там, который раз он, например, вкладывает деньги, не получается, в итоге, соответственно, человек просто уходит с этого дела. Это я сейчас говорю про таких людей, которые на самом деле им проще всего уйти, то есть без какого-то такого осадка тяжелого, да, психологически они уходят просто и все. Туда же, да, чрезмерная эмоциональность, то есть люди, которые по завышенной амбиции, туда же люди, которые привыкли побеждать, вот они привыкли быть лидерами. Особенно это касается выходцы из какого-то спорта, да, вот они привыкли вот побеждать, везде лидерство, да, показывать свое, а тут они приходят в трейдинг, и тут они не могут показать свое лидерство, потому что рынок сильнее их. Вот таким людям тоже очень тяжело задержаться в этом рынке, да. Я сейчас буду говорить еще про наставничество, потому что когда трейдер остается один с рынком без наставника, да, то есть когда у него нету помощи извне, именно профессиональной помощи, вот какого-то такого человека, который действительно разбирается в этом деле, который действительно может чему-то полезному научить. И таким людям, вот у которых нет вот таких вот наставников, вдвойне, втройне тяжелее, соответственно, чем тем людям, которые учатся под каким-то под наставничество. Поэтому вот завышенные амбиции, да, лидерство, это все, конечно же, мешает, потому что здесь, в этом деле, в трейдинге свой пыл нужно притушить. Свой пыл нужно, какой бы ты эмоциональный ни был. Скажу про себя, я сама очень эмоциональный человек. Достаточно эмоциональный человек, человек вспыльчивый. В трейдинге это также отражается, но с годами я поняла, что здесь, пока ты себя не сломаешь, то есть не сломаешь вот эти свои качества, ты можешь их применять где угодно. То есть ты можешь применять их где угодно, но только не в трейдинге. Ты в трейдинге садишься, да, ты отключаешь, в принципе, все свои там какие-то амбиции, потому что они здесь не нужны. Здесь что нужно? Дисциплинированность, послушность, да, в чем значит послушность? То, что ты написал себе систему, да, ты изучил рынок, и ты должен это все соблюдать. И, соответственно, вот это вот азарт, вот эта вот эмоциональность, какая-то злость, как будто бы вот отомстить за какие-то вот убытки, нужно рынку вот отыграться. То есть вот эти все вот эмоции, они, конечно же, очень сильно мешают. Поэтому такие люди, они в основном, они торгуют, 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 да, сливают, не могут понять, что да как, быстрее торопятся, быстрее, быстрее. Вот особенно вот эта торопливость, она ни к чему хорошему. То есть человек, который приходит в трейдинг, он должен понимать, что и года, и 2 лет может не хватить. То есть некоторые через 5 лет только начинают зарабатывать, да, более-менее хотя бы стабильно. Кто-то через 10 лет, кто-то через год, у всех по-разному. То есть нет такого, что ты там 3 месяца обучился, 3 месяца какую-то книгу прочитал, там что-то там наторговал, поторговал, посмотрел, как это работает, и все, и ты будешь стабильно зарабатывать. Нет. Соответственно, люди, когда идут в трейдинг, они должны это понимать, что не все это сразу, это марафон. Сразу, да, скажу, трейдинг – это марафон. То есть это тот путь, который проходит долго, тщательно, кропотливо, но если вы этот путь действительно правильно проходите, он вам действительно даст плоды и даст результат. Так, дальше идем. Второе, систематические крупные сливы, да, и отсутствие свободного времени. Опять вторая причина. Да, если даже человек там не такой эмоциональный, вроде бы спокойный, но систематически крупные сливы, особенно человек, у которого, например, ну, положение финансовое не особо сильное, да, то есть человек не может постоянно вкладывать деньги, но он вкладывает, он что-то, возможно, что-то там, не знаю, продает из семьи, да, то есть что-то там в кредиты влазит, то есть это такие страшные уже дела идут с человеком, соответственно, это психологически очень давит на человека, он не может с этим справиться, соответственно, идут систематически крупные сливы, и плюс к этим сливам подходят еще долги, которые он там набрал, например, да, у кого-то занял или в банке взял. Поэтому здесь, конечно же, здесь очень тяжело это все вынести, всю эту ношу. И, соответственно, такие люди, да, которые особенно со слабой психикой, в принципе, да, вот, которые в трейдинг, да, взяли трейдинг как вот одно дело, да, все, вот с него только зарабатывать, и нету никакого дополнительного заработка, здесь, конечно же, тяжелее. Такие люди, соответственно, да. Такие люди, пока у них вот это все копится, они, конечно же, скорее всего, уйдут с трейдинга,
уйдут навсовсем или временно, тоже непонятно, да, если, конечно же, если проблемы, да, разрешатся, вот я говорю сейчас про какие-то кредиты, долги и так далее, если проблемы разрешатся и найдется человек, который действительно стоящий, да, который действительно полезный, что-то может рассказать, то может быть человек, опять же, это все психологические блоки, это будет страх. Вот люди, которые вот сливают очень много денег, особенно с ним, сливают заемные деньги, у них появляется страх, они боятся в сделку зайти, они боятся как крупный счет открыть. То есть вот этот страх, он, конечно же, будет мешать. Но опять же, тут нужна проработка, либо хороший, да, трейдер, который наставник, который будет это все объяснять, потому что одному лезть, опять же, в это же дело, да, без каких-то базовых знаний будет уже тяжело. Отсутствие свободного времени. Что значит отсутствие свободного времени? Когда человек работает, он работает, у него, например, полная занятость, график очень сложный в плане режима, да, то есть постоянно занят другой работой, и он пытается заработать с трейдинга. Здесь, конечно же, тоже не выйдет ничего хорошего, потому что трейдинг все-таки, я сейчас говорю по себе, я работала на своей работе, да, основной, и пыталась торговать, это очень тяжело, у меня ничего не получалось. То есть что-то получалось, тут же я уходила в минус, то есть не было никакого ни стабильности, ни системности, ничего. То есть трейдинг это нужно что? Это нужно брать, вот все, брать эту работу, садиться, все и торговать, работать, все, и ничего вас не должно отвлекать. Не должно отвлекать, потому что если вы совмещаете, на самом деле здесь очень тяжело. Здесь очень тяжело, соответственно, человек, который сливает систематически, плюс он работает, у него нет времени на трейдинг, соответственно, люди такие в основном, не все, опять же говорю, да, но некоторые, они не справляются с этой проблемой, с этим вот, то есть эти сливы, он не может это все объяснить, то есть это какой-то хаос получается, в итоге человек просто уходит с трейдинга. Либо он что делает, да, если он действительно хочет зарабатывать и сделать трейдинг своим основным заработком, значит, он берет какой-то определенный, не знаю, отпуск, что-то вот как в моем случае у меня был отпуск, было свободное время, я просто взялась за трейдинг, конкретно взялась, да, начала свою систему писать, и в итоге у меня все получилось. Либо путь такой, да, что-то именно свободное время, там месяц-два это как минимум, чтобы вы поизучали рынок, действительно у профессионалов, почитали какую-то книжку, либо наняли себе наставника. И уже начали действительно заниматься, а не заниматься вот этой ерундой на работе с телефона, да, я сейчас говорю по себе, что я с телефона также что-то там пыталась открывать, это ни к чему хорошему в итоге не приводило. Далее, отсутствие базовых знаний и дисциплины. Опять же, к наставничеству, да, то есть человек, трейдер, он пытается заработать, не понимая рынок. Вот в чем проблема. Он пытается год, два, третий год идет, четвертый год идет. Он сливает, сливает и сливает. Почему? Потому что он не знает элементарных вот этих техники. А техника и понимание рынка это приходит, соответственно, со временем. А понимание рынка это не такое, что раз прочитал что-то и понял рынок. Нет, это все приходит со временем. Но какая рекомендация, да, люди, которые не понимают рынок и сливают именно из-за этого, что они действительно не понимают рынок. Из-за того, это причина вся в том, что нужно учиться у правильных, да, людей, у правильных трейдеров, и, соответственно, понимать вот эту механику рынка. То есть не брать что-то одно. Вот, например, вы взяли какой-то паттерн, и он должен везде работать. Нет, рынок меняется, и конъюнктура рынка меняется. На этом рынке работает паттерн, на другом уже рынке паттерн не будет работать. Поэтому именно вот брать какую-то отдельную картинку и ее торговать, конечно же, здесь ничего именно вот такой торговлю именно вот наперед, если смотреть, да, то ничего хорошего, какого-то такого определенного результата вам, соответственно, не принесет. Поэтому паттерны это, конечно, хорошо, да, сценарий, но к этим паттернам должно подключаться понимание рынка. Соответственно, здесь уже нужно учиться. Отсутствие дисциплины, да. Опять же, сейчас вернемся к первому пункту. Это люди, которые, да, вот эмоциональные, не могут понять, что какой бы рынок ни был, как бы он ни соблазнял в данный момент. Вот ты себе написал домашнее задание, что я должен торговать сегодня, там два инструмента, все. Ты их отобрал на домашнем задании. И ты их должен только их торговать и смотреть сигнал. Нет, вы начинаете лезть там, в какой-то другой инструмент, куда-то еще полезли, что-то там увидели, все, вот это пошел хаос, это не дисциплина.
И это происходит систематически, систематически, да, то есть, соответственно, человек, он тоже выгорает, он не может, то есть, он не может себя вот это победить, да, это как сила воли, то же самое, там, по утрам вставать рано утром или там, после 6 не кушать, это та же самая дисциплина, и такая же дисциплина есть в трейдинге, поэтому люди, которые не соблюдают ее, конечно же, со временем тяжелее уже торговать, и вообще не то, что торговать, тяжелее, в принципе, уже как-то вообще понимать, да, этот процесс, потому что получается такой хаос, да, вы работу над ошибками не делаете, вы не просматриваете свои убыточные сделки, и вы просто не можете понять вообще, почему вы теряете, вообще, что происходит. Я всегда вот задаю такой вопрос, а вообще, что происходит сейчас, что вы делаете, да, зачем вы здесь заходите, зачем вы здесь заходите, чем вы руководствуетесь, сколько у вас убытков, сколько у вас прибыли, да, отсутствие статистики, опять же, сюда же, это все идет к тому, что человек просто он не психологически, он не выдерживает такого давления, он не понимает, как справиться с таким вот агрегатом, как рынок. А рынок это очень сильный агрегат, против него не нужно идти. Просто нужно к нему прикрепиться, да, вот так вот, как послушный игрок, и просто идти с ним, идти с ним дружно. Вот это и называется дисциплина. Четвертое, неумение управлять капиталом и рисками. Соответственно, здесь сразу приду к тому, что это объемы. Объемы и неумение забирать прибыль с риска. Точнее, прошу прощения, неумение забирать прибыль с рынка. То есть вы вложили деньги, да, и вы не расписали себе план, какой у вас риск на день, какого риск там на месяц, на неделю, какой риск на сделку, какой у вас лимит на день. Даже на прибыль лимит, да, есть. Вот у меня конкретно сейчас также себе ставлю лимиты на прибыль, потому что у меня бывает так, что я переторговываю, то есть держу долго сделки, там до тейка не доходит, в итоге я иногда не забираю все движение. У вас должно быть все расписано. Сколько вы забираете движения? 20%, 30%. Расписать риск-менеджмент, да? Как вы стопами там управляете, как вы управляете тейками. Все вот это вот у вас должно быть написано. Если у вас это не написано, соответственно, трейдер, он просто берется за голову, у него очень много вопросительных знаков, и он не может понять. Он вроде торгует правильно, понимает рынок, но он не зарабатывает. Это как так? Он не зарабатывает, он много теряет, либо он много зарабатывает, но не забирает прибыль, в итоге это не торговля, черт знает что это. То есть это какая-то все-таки игра, опять же, это какая-то игра, и вы все время в этой игре. То есть это все как будто бы виртуальная какая-то игра, вы там кем-то, и вы просто играете в нее. А это не игра, да? То есть начнем с того, трейдинг – это работа. Да, это виртуальная работа, но это работа, но не игра. И, соответственно, вот с этим вот пониманием тоже нужно что-то делать, да? Это нужно учиться, опять же, прибегать к книгам, прибегать к определенным всяким источникам, да, которые их очень много на самом деле. Даже взять наш канал Герчико, здесь очень много полезной информации. Также про управление капиталом и рисками. Про книги я писала в прошлых своих эфирах, в комментариях у меня есть список книг, которые я советовала новичкам прочитать. Поэтому управлять рисками капитала – это очень важный момент. Нет. Как раз таки из-за этого трейдер просто он не понимает, трейдер просто не понимает, как деньги зарабатываются вообще с рынка, если вроде как они вроде как идут на экране, но они не зарабатывают. Вот вся проблема именно в управлении капиталом. Далее, пятый пункт. Выбор недобросовестного брокера. Недобросовестный брокер. Что это значит? В основном это, давайте если возьмем, да, люди, которые живут в России, которые торгуют, занимаются трейдингом в России, у нас достаточно много брокерских компаний, соответственно, эти компании нужно проверять, да, смотреть, какие у них комиссии, спреды, какие у них условия торговли, какие у них вводы, выводы, то есть не было, чтобы этих проблем, потому что человек, когда, особенно новички, которые сталкиваются с проблемой вывода, да, то есть они не понимают, как выводить деньги, да, там различные эти вот платежные системы, что такое условия там спреда, да, что такое спред на рынке. Трейдер открывает сделку, у него большой спред, в итоге он просто теряет на этой сделке, теряет лишние просто убытки получает. То есть вот эти все моменты у брокера также нужно узнать, прежде чем открывать счет. Вот, я это сейчас говорю, почему трейдеры уходят с рынка, да, почему недобросовестный брокер. Потому что иногда трейдеры просто бросают это дело, потому что они просто не могут найти нормального брокера. Такие истории тоже есть, они просто не могут найти нормального брокера, в итоге они это все дело бросают и понимают, что это все, вот это вот вся кухня, да, все это завлекуха, все это неправда, все это какая-то игра, все это мошенничество, в итоге
а трейдер в итоге не доходит до дела, не доходит до самого трейдинга, и просто из элементарного то, что брокер, да, дает не очень хорошие условия, да, и трейдер в итоге приходит в замешательство. Далее, шестой пункт. Несерьезный подход к торговле, постоянно азарт и переигрывание. Ну, опять же, это я уже повторяла в предыдущих пунктах, да. Несерьезный подход, что это означает? Что трейдер относится к трейдингу как к игре, а не как к работе, да, постоянно азарт и переигрывание. Соответственно, он пытается что-то удвоить, он видит, идет прибыль, он увеличивает объемы, либо заходит, да, либо усредняется, что еще хуже. Поэтому все эти движения на рынке, они не будут идти вечно. Движение, которое идет, оно не будет идти вечно. То есть вся эта техника, это не игра. А прежде чем заходить в какое-то движение брать, у вас все должно быть расписано прям по пунктам. Зачем вы здесь заходите? Что вы хотите взять? Каким объемом вы заходите? Где у вас стоит стоп? Где у вас стоит тейк? Никаких вот этих вот азартных переигрываний, именно вот этих вот удвоений, утроений, там, не знаю, превышения рисков, этого не должно быть. А это присутствует, я хочу сказать, у 95% трейдеров это присутствует. Поэтому они не выдерживают такого давления в плане, что у них просто лопаются эти депозиты, они пополняют, пополняют, они просто, опять же, дисциплина, дисциплина, они ее нарушают. В итоге, да, приводит ни к чему хорошему, это не приводит. А далее, профессиональное, эмоциональное выгорание. Что значит, да, профессиональное, эмоциональное выгорание? Что я имею в виду профессиональное? Профессиональное как трейдера, да, что он просто не может справиться с этой работой, он не может элементарно там утром проснуться, сделать домашнее задание, просмотреть графики, начертить уровни, отобрать инструменты, просто ему это все тяжело, ему это не нравится, либо он не понимает, как это делать, либо он делает, не приносит результаты, в итоге это выгорание. То есть выгорание – это когда что-то ты делаешь, и в итоге у тебя это не получается, да, либо нету никакого в итоге результата, человек выгорает, он как будто бы думает, что он перерабатывает, а на самом деле он просто действует неправильно. Но он действует, все равно он вкладывает свои силы, он вкладывает свои нервы, свое здоровье, но в итоге это не приводит к результату. Ну вот, поэтому, опять же, вернемся к наставничеству. Все это потому, что, да, к сожалению, да, у трейдера просто нету вот именно рядом человека, который подскажет, где поправить, да, что он неправильно делает. Опять же, эмоциональное выгорание. Что значит эмоциональное? Соответственно, эмоционально он также выгорает. Психика просто уже, вот представьте, он теряет, да, то есть трейдер систематически теряет деньги на разных рынках, особенно когда рынок волатильный. Он не понимает, что происходит, да? Волатильность повышена, что вообще фундаментально, да, как-то фундаментал не подключает, возможно, новости не смотрит. Это тоже все бьет также, да, по психике, потому что ты входишь, и ты не понимаешь, что за движение, да, вот эти все волатильные происходят. Соответственно, здесь идет профессиональное, да, и эмоциональное выгорание, потому что человек просто не выдерживает такого вот, именно вот такого рынка, потому что, опять же, хочу сказать, конъюнктура рынка, она же меняется. Вот сейчас, например, рынок тяжелый, да, кризис в мире, во всем мире кризис, и, соответственно, тут что нужно делать? Быть гибким, то есть быть именно дружно с рынком и идти с ним по волнам, то есть с ним идти, а не так, что рынок, вот он другой, все, и вы поплыли, вы не понимаете, что происходит. Понятное дело, что тяжело, да, тяжело торговать, но самое главное, не торговать тогда, когда ты не понимаешь, что происходит. Это самое главное. А когда вы лезете в то, что вы не понимаете, соответственно, вы получаете еще больший удар по вашей вот психике, вот именно эмоции, это все вызывает у вас злость. Скептицизм, да, это восьмой пункт, скептицизм и неумение забирать виртуальную прибыль. Это последний пункт очень важный. Вот неумение забирать виртуальную прибыль. Что это значит? Виртуальная прибыль. Вы открыли сделки. У вас на мониторе, на экране идут прибыль, да, цифры рисуются, сумма, да, доллары, там, рубли, кто как торгует, евро. Вы это видите, у вас все загорается в глаза, классно, я вот зарабатываю, вот у меня сделки идут. В итоге сделки как-то не туда идут, пошел откат, вы стоп не поставили, тейк не поставили, либо не там поставили. В итоге это все уходит, да, вот прямо так просто улетучивается, как воздух, все уходит. И так происходит постоянно. Соответственно, что вырабатывается? Скептицизм, да, это вот такое вот определенное мышление, что вы не можете трейдинг уже воспринимать, как будто бы вот он реальный. То есть он реальный, с него можно деньги зарабатывать. Вы не можете это уже воспринимать, потому что вы систематически просто не забираете эту прибыль с рынка. Вам все время кажется, что это азарт, что это игры какие-то, что это цифры, что это нереально. На самом деле это все реально. И, соответственно, весь этот скептицизм уходит, когда вы начнете
управлять своими тейк-профитами, стопами, да, управлять техникой. Чтобы этим управлять, да, чтобы этим управляли, опять же, вернемся к пониманию рынка. Чтобы управлять своей сделкой, что есть такое понимание в трейдинге, управление сделкой, нужно рынок понимать, да, то есть техника движения, какая она, да, какой ТАР, вот сколько рынок сейчас может пройти. Вот он должен пройти вот столечко, у вас там тейк вот такой стоит, а рынок на сегодня может дать вот столько. Что вы делаете? Либо вы там закрываете частями, либо вы ставите стоп без убыток, либо вы закрываете руками. Что-то одно там из трех, из четырех, да, ну какой-то пункт у вас должен быть, и вы должны закрыть, либо как-то забрать эту прибыль, да, то есть должен быть какой-то способ. Поэтому вот способ, те, кто такая проблема есть у кого, рекомендую ее вырабатывать. А иначе это, соответственно, приводит к тому, что вы просто закрываете монитор и уходите. Вы уходите, потому что вы не верите. Вы не верите. Вот. Вот такие вот, вот такая вот тема на сегодня. Такие пункты я обозначила. В принципе, тема достаточно серьезная, потому что вообще, вот хочу сказать, да, менталитет у всех разный. Если мы сейчас говорим про Запад, да, у них и трейдинг более развит. В России он развит не очень хорошо, и тут скептицизм вот этот, он везде. То есть он много людей, кто действительно скептически относится к этому рынку, к трейдингу. Соответственно, если возле вас такие люди, они вас тоже также говорят вам, вот это все ерунда, это все ерунда. Соответственно, что вам нужно делать? Если вы, да, совет вам от меня, конкретно я, да, я уже с 13-го года, получается, 13-й год, 10 лет, у меня в 23-м году будет 10 лет, как я в трейдинге, 10 лет. Я с этого рынка не ушла и навряд ли уйду, потому что с каждым годом я становлюсь лучше, это я знаю. То есть я начинаю лучше понимать рынок, у меня меняется система, у меня меняется алгоритм, я также прогибаюсь под рынок, я подстраиваюсь под рынок, под любой рынок. Я, то есть, не боюсь, я не боюсь изменений, я не боюсь рынка. То есть это самое главное. То есть когда вы понимаете, что рынок, он живой, он меняется, и вы также должны с ним меняться. Если вы это принимаете, если вы это примете, то у вас, в принципе, все будет хорошо. Это вот такой один путь. Ну и, соответственно, свой пыл, азарт, да, и дисциплину нужно вырабатывать. И только тогда у вас будет результат. Только тогда. Поэтому всем я желаю удачи. Не сдавайтесь, если действительно вы хотите сделать трейдинг своей основной профессией, то идите вперед, не оборачивайтесь, никого не слушайте, да, верьте, главное. Изучайте технику, управляйте своими рисками и капиталом, это что самое важное, и, соответственно, ищите хорошего брокера и торгуйте. Все, всем спасибо вам за внимание, дорогие зрители. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, это ваша благодарность. Также оставляйте комментарии, какие бы вы хотели бы услышать, возможно, темы, да, в следующих видео. А те, кто не подписан на канал Герчик.ко, подписывайтесь, чтобы не пропускать следующие видео. И всем до встречи, всем пока.